Проект «Конкуренция» движется к финалу. Напомню, финалисты проекта вот уже несколько недель борются за iPhone и возможность стать членом команды РЕН-ТВ «Саратов». Как прошел очередной, уже предпоследний этап проекта в нашем следующем материале. Искусство, культура и независимый образ жизни. В канун. На этой неделе участники конкуренции почувствовали себя настоящими акулами журналистики. Каждый из финалистов снял сюжет на выбранную им тему. В бизнес-центре City Hall жюри проекта подводят итоги. Первые оценивают работу Евелины Живой. К материалу достаточно претензий. Главный минус – непонятно, о чем был сюжет. Я не понимаю. То есть при все... Я не могу на логическую цепочку найти, с чего ты начала, к чему пришла. Когда ты на концерте вышла, то есть у меня было полное ощущение, что сюжет оборвался, где-то один посередине оборвался, начался второй. Какой праздник? Зачем? Почему это женщина? Почему сцена? Что вообще из этого? И все же судьи суровы, но справедливые. Могут не только критиковать, но и хвалить. Пятый участник жюри Антон Миславский отдает балл Дарье Матвеевой. Еще по одному баллу за свои работы получают два финалиста от независимого эксперта. На этой неделе им стала редактор программы «Новости 24 Саратов» Илада Абжалимова. Она дарит баллы Павлу Ерофееву и Екатерине Васильевой. Их работы оценили и остальные члены жюри. Интересный проект. Интересно подан. Я получила все ответы на вопросы, которые у меня были. Я поняла, что это за мероприятие, я поняла, кто его организовал, я поняла, кто в нем участвовал, я поняла, зачем это все нужно, даже я поняла, где это и так далее. И все же главное не похвала, а именно критика, уверены участники. Только благодаря ей смогли понять, какие ошибки допустили и как их исправить. Может быть, немного я с информационным поводом не выгадал, но... По идее, то, что получилось, мне достаточно понравилось, но все, что говорили судьи, естественно, я для себя сделал замечание и постараюсь следующие сюжеты сделать на отлично. Ну а лучшими на этой неделе стали Екатерина Васильева и Павел Ерофеев. А по итогам всего проекта пока лидирует Дарья Матвеева. Следом за ней идут Екатерина Васильева и Павел Ерофеев. Елена Кубинкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.